Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл или 7 Days to Die. Сбегал своими шмотками, помер еще два раза, ладненько. Как говорится, фиг бы ты с ним, давайте скрафтим две кирочки, брасовскую и айрон, и посмотрим, чем же они отличаются друг от друга. Так, ты тухни. Ну, ты. Давайте-ка я его загружу, может быть. Хотя толку-то его загружать медью. Ай, медью загружу. Хай плавится. Эту медь все равно девать особенно скоро будет некуда. Так. Это надо выложить, это мне не нужно уже. Итак. Будем проверять. Какая кирочка получше? Итак, медь, брас, айрон. Бронзовую строить я не буду. Она не слишком отличается от медной. Так, теперь главное ноги не сломать. Итак, где у нас три камушка было? Тут специально выбирал, бегал. Ага, вон они. Итак, первый камушек у нас. Нет, этот уже был поврежден. Нет, это я так по нему хряснул. 147. Это получается, если у вас полная стамина, вы почти 80-ник наносите. Ладно. А здесь. Ох, половину сразу. А железный тогда. Ха, железное фуфло. Ну железное что, больше ресов я что ли добываю? У кого блок? Так, блок дамач 89, блок дамач 107. Брасовский лучше железный. Круче. Так что, будем веселиться брасом. Ну, это так я называю, ну да ладно, уж не обижайтесь. Как могу, так и называю. Вот, пожалуйста, уже два удара. Это на восьмом, дорогие друзья, уровне. На восьмом уровне кирки два удара по камешку. Так. Сколько у меня там, блин, времени-то? Ну, а и скоро уже надо опять домой идти прятаться. Ё-моё. За мной, зараза, бегающий увязался. Как оказалось, его удалить-то не так просто. Еще также вы должны запомнить, что то, что здесь брасовая кирка у меня типа по камню рулит, по железу она будет бить очень плохо. То есть по железу только хорошо будет бить железная кирка, как ни крути. То есть каждая кирка здесь, кроме титановой, бьет свой вид материала. То есть банально, попробую сейчас, если конечно сохраняется, объяснить. Вот так вот по блоку у меня 741 дамаг. А, судя по всему, железо полное Г. Я понял. Переребалансили. Будем знать. Это даже немножко удивлен я. И дюрабилити хорошая. Ну, я знаю, чем я буду заниматься. Прикольно, прикольно. Кстати, что переребалансили так. А вот беда. У меня браса очень везде мало. Надо сейчас попробовать побегать браса-то наколошматить. Так, ладно. Мелкую на скрабульку. Скрапаем сразу, нафиг она нужна. Глину сюда, наверное, выложить бы надо бы. Ко мне я, кстати, неплохо смотрю на колошматил. Нитраты. Че, ты опять жрать хочешь? Ты издеваешься. Ладно, давайте перекусим тогда бабаренькому. Вот на такой яичной диете я сейчас сижу.
А чё это костёр у нас потух? Забавненько. Так, а вот теперь вопрос. Чё мне тогда получается качать за скиллы? Тулс Мунинг, но качать уже смысла не имеет. Кирка и так хорошо держит ДПС. А если еще мининг прокачаю, то вообще будут шикардосики. Так, ладно. Значит, здесь все пошло уже по другому пути развития. Забавно, забавно, я вам скажу. Я вот как бы такого не ожидал. Значит, у нас железо только теперь на наконечнике подходит. Энвил. Ну, Энвил я тебе дам, предположим. Итак, у нас, значит, теперь получается железо нужно для своих целей, так сказать. Можно сразу сделать наконечников, кстати говоря. Iron Bolt, если я не ошибаюсь. Это железные наконечники. Давайте я один сделаю, потому что я один раз ошибся, и мне было очень жалко потом переплавлять целую тьму наконечников. Iron Crossbone Bolt, да. Пока сталь мы делать не умеем, будем пользоваться айроном. Делать здесь как бы нечего больше. В общем-то, метапечка Т2, запомните, брас рулит. И то конкретно рулит. И дюрабилити у него стало больше. И он стал круче гораздо. Я вот такого не ожидал. Честно вам признаюсь. Да ёшкин ты матрёшкин. Но если у вас начинает глючить инвентарь, там напишите что-нибудь в строке поиска, чтобы оно перестало глючить. Эту свечку, кстати, побежал, в соседнем домике спёр. Да-да-да, именно спёр. Потому что больше это никак не назвать. Вот так вот. А то мне не видно зачастую, кто у меня там внизу шарится. Это как-то довольно-таки неприкольно. Итак, что мне теперь получается нужно еще все сделать-то? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Мне надо набрать очень много браса. И где же его, блин, наберу-то? Ну ладно, кирки мы протестили. Я вам ясно и четко показал, что брасовская кирка здесь сейчас самая рулящая. То есть железо это фуфло здесь. То есть по сути только ради наконечников оно и нужно. Но наконечники железные здесь рулят. Вот это вот несомненно. К сожалению, огненные это Г. Это я вот честно могу признаться. Эти наконечники мне надо все переделывать. Ну-ка, как я быстро эту фигню срублю, которая мне уже надоела. Порядок, быстро. Достала мне эта бабуйня, потому что по ней зомбики лазят постоянно, блин, и тут пытаются к вам на лестницу забраться. Вредные какие. Уж не знаю, куда от них деваться. Так. Медь мне не нужна. Камни мне тоже уже пока не нужны. Потому что песка я здесь и так насобираю. Вот теперь вопросик хороший. Мне нужно горцевать тогда и копать железо. И опять мне надо горцевать именно в то место, где я помер. И мне это нифига не нравится. О, я что, эту заправку не лутал, что ли? Да ну нафиг. Нет. Что-то я не понял. Чё, серьезно, что ли, я ее не лутал? Да, я ее не лутал. А, чуметь. Так. Что здесь есть? Так, а что-нибудь бронзовое есть?
Так, мне получается все равно по-всякому нужен, блин, большой город тогда. Так, а я так скилл повышу, если буду ключом, к примеру, гаечной машины разбирать. Это если я так по десятке буду кочебрыжить машины. Тут успеет сезон, я не знаю, соседних городов прийти. Да, вот это жесть. О, а неплохо. То есть мне вот такую фигню надо искать. Ну прекрасно. Осталось бегать в разрушенный биом и там вот эту вот фишечку пособирать. Ну чё, следующая серия тогда у нас, пожалуй. Ну, это вам показал, короче, разницу между кирками. Ну что я могу сказать? Следующую серию будем совершать суицид. Суицид, опс. В разрушенный, блин, биом. Ну как раз тут недалеко. И в этом разрушенном биоме будем бегать искать железо. Ну да. Кроме как суицид опции, это никак назвать не смогу. Не, ну хотя чисто теоретически я согласен. Возможно, там собаку брали. Но я этого не знаю. То есть, для меня это лично будет... Ну как сказать, это будет хорошо, если там собаку брали. Блин, сколько топлива-то здесь. Прикольно, прикольно. Это хорошо, я вам скажу. И тебя тоже возьмем. Это я тоже заберу. Надо будет потом переплавить и сделать еще топор. Или вторую кирку. А что лучше? А лучше будет подумать головой и вспомнить, что я не железной киркой сбрасываю. И мне нужен брас. А не нафиг это железо. Ух. Так, ну тут, конечно, вопрос хороший. Особенно касаемый того, чем мне сейчас заниматься. Чем мне заниматься? Правильно, мне надо будет сейчас тогда... Ой. Мне надо будет горцевать... Вот в этот большой домик. Ладненько. Я пока эту запись остановлю. Показал я вам разницу между кирками. Но я сейчас побегу. Ой. К соседям тут покопаюсь. И может что-нибудь интересное найду, кстати говоря. Утром расскажу, что я нашел. Я сомневаюсь, что я что-то кроме люлей получу там. Ну да ладно. Надежда умирает, как говорится, последней. Ой, идея, конечно, неплохая, но я там блок не поставлю, да? Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Только не падай! Это свинство было. Эй, а чё ты не ставишься? Ну, поставился, класс. Да. Инвалиды forever. Я все молчу лучше. Ладненько, дорогие друзья, как говорится, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы, отправляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Сегодня мы изучали кирки и как не стоит делать. Как говорится, всем удачи, всем пока.